и наше соревнование Анна Попова. Даже жалко, что такие прекрасные соревнования подходят к концу, но сейчас мы вместе со зрителями будем наслаждаться выступлением великолепной Анны Поповой и ее упражнением с лентой. Ольга Кормухина, «Путь». Одинокая звезда к себе манит, а уставшая душа с каждым днем сильней болит. Ты тянешь руки в небеса, блестящая, да. Точка в этом финале, и не только в этом финале, но и в наших соревнованиях. Хочется поаплодировать. Действительно, хочется поаплодировать. Блестящее исполнение Анны упражнения. На одном дыхании, очень чувственно и чисто. Знаете, все рисунки выполнены очень технично, все элементы и риски пойманы. Особенно ярко и широко вращательные движения под бросками. Как удалось выполнить Анне задумку постановщиков и тренеров? Зрители, телезрители, давайте еще раз поддержим Аню и поблагодарим за эту красоту. Браво! Анечка, в преддверии Дня Победы еще раз всех поздравляем с великим праздником, как у Константина Симонова. Ничто на свете не сможет нас вышибить из седла. Вот мне кажется, что ваша целеустремленность невероятная. Вы с таким настроем выходили на вот это заключительное упражнение. Поделитесь своими эмоциями и чувствами. Я очень сильно разозлилась на себя, то, что я допустила ошибки в мяче и в обруче. Это меня завело, и спасибо Ирине Александровне за то, что она меня подбодрила, сказала нужные слова. Огромное спасибо, очень сильно люблю Ирину Александровну и Юлию Владимировну, и Веронику Борисовну. Спасибо, очень сильно люблю Ирину Александровну и Юлию Владимировну, и Веронику Борисовну. Выходи и делай для зрителей. И самое главное, я очень сильно разозлилась на себя, то, что я допустила ошибки. Удалось выполнить Анне задумку постановщиков и тренеров. Зрители, телезрители, давайте еще раз поддержим Аню и поблагодарим за эту красоту. Браво! Анечка, в преддверии Дня Победы еще раз всех поздравляем с великим праздником, как у Константина Симонова. Ничто на свете не сможет нас вышибить из седла. Вот мне кажется, что ваша целеустремленность невероятная. Вы с таким настроем выходили на вот это заключительное упражнение. Поделитесь своими эмоциями и чувствами.
Я очень сильно разозлилась на себя, то, что я допустила ошибки в мече и в обруче. Это меня завело, и спасибо Ирине Александровне за то, что она меня подбодрила, сказала нужные слова. Огромное спасибо, очень сильно люблю Ирину Александровну и Юлию Владимировну и Веронику Борисовну. Огромное. Мы присоединяемся к словам любви и поддержки. А что Эрин Санна сказала? Эрин Санна сказала: выходи и делай для зрителей. И самое главное, улыбайся. И делай выразительно. И хочу сказать огромное-огромное спасибо всем зрителям. Огромное спасибо. Невероятная поддержка. Даже не ожидала такого. Спасибо. Потому что мы с детства за Попову. Тебе спасибо, Ань. Оценка Анны Поповой. 36,65 балла. Итак, 36,65 балла. Это первый результат у Ани Поповой. Результаты всех гимнасток, которые выступали в этом финале, сняты на ваших глазах. Через несколько минут состоится торжественная церемония.